Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в котика Тома и его друзей. А вот и наш котик. Ой, котик, Томик, ты чего так нарядился? Ой, ничего не наряжался, просто у меня немножко сегодня хорошее настроение. Хорошее настроение, это хорошо. Ребят, а какое у вас сегодня настроение? Пишите в комментариях, а я пойду посмотрю, чем заняты остальные котики. А девчонки-то где? Куда девчонок дели? Эй! Девчонки исчезли. Ну-ка, надо поискать их. Надо поискать. А вот, о, ёшечки, матрёшечки, ты что такая красивая? А ты что такая купальная? Вы что такие странные? Мы тут немножко пошопились и немножко закупились. Я так хочу вот этот костюмчик, но только мне померить на денёчек его дали. Дальше не дают. Что с тобой случилось-то? Я не знаю. Может быть, не надо было в купальном костюме по квартире ходить? Может быть, и не надо. Может, нам Бекка расскажет? Бекка, рассказывай. Ты знаешь, почему Анжела такая замороженная? У нее соплюшка даже висит. О, это Анжела. У нее постоянно что-то происходит. Ну ладно, пойду я Анжелу полечу. А ты пока тут постой. Хотя... Давай-ка я тебе поставлю поработать немножечко. Так ты ж работать хотела, иди работать. Ты чего не хочешь? Не хочу я работать. У тебя облачко говорит, что ты хочешь работать. Ничего не знаю, ничего не хочу. Давай. Что? Ты решила поприбираться? Ну да, я решила, что это не мое. Эти грядки, цветочки, это совсем не мое. Лучше поприбираюсь. Ладно, давай, прибираться это тоже хорошее дело. Можешь здесь поприбираться. Ух, отлично, наконец-то делом займусь. А ты пока вон Анжелу вылечи, а то ходит бедная, заразу разносит. Как бы всех не перезаражала. Действительно, она же заразить всех может. Надо бы скорее полечить. Так, Анжела, ну что, рассказывай, что тут у тебя? У меня это, кажется, сопельки, горлышко болит и температура. Какой-то странный у тебя вирус. Как бы действительно не заразило никого. Ну ладно, сейчас мы тебя быстро вылечим. Давай, не подходит такое лечение? Кажется, меня ничем не вылечить, кроме укольчика. Жалко, не хотелось бы, конечно, с укольчиком ставить. Смотри, сопелюшка исчезла. Вот это да, вот это лечение, это я понимаю. Ну ладно, ты здорова? Да, здорово, теперь я могу делать всякие свои делишки. Делишки у нее. Делишки-малышишки. Ой, а ты-то что такое? Ребята, что пошло не так-то? Что произошло? Я только к вам зашла, а вы уже спать? Вы что, сонные мухи? Я не знаю, я устал. И я тоже. Ну, вы даете, ребята. Ладно, ложитесь, спите, с девчонками придется играть. Вот уж да, я никак не ожидала, что я только к ним зайду, и они сразу спать пойдут. Анжела, ты что тут делала? Ты кушала, что ли, что-то? Ничего не было, все хорошо. Я, кажется, спать захотела. Мне кажется, что она ела еду, пока мы не видели. Это очень странно. Ладно, пусть идет спать. Ой, я испугалась, что у нее попа торчит, а у нее хвостик. Ладненько, понятненько. Хорошо, давай посмотрим. Ага, эти двое работают. А остальные все, что ли, ушли? Да, что ж такое-то? Пойду в магазин тогда съезжу. Может быть, там что-нибудь ценное, полезное попадется. Давай-ка съездим в магазин с мечом, в спортивный, так сказать. Так, давай посмотрим, что нам можно выбрать. Давай возьмем розовый сыр. Нет, не хотела, чтобы сыр попадался. Так, в розовых, кажется, еда. Фиолетовых монетки, ага. А что у нас, какие еще цвета есть? Голубые? А, стоять, голубой. Ай. Ёшечки, матрёшечки. Где голубой? Вот он. В голубых картинке, давай еще. О, и фиолетовых картинке. Ничего не понятно. Ладно, давай откроем карточки и посмотрим, что там нам попалось. Это, между прочим, интересно. Кстати, ребят, пишите. А вы собрали все карточки в этой игре или нет? Очень интересно, кто... У кого получилось собрать все карточки, есть такие или нет? Мне почему-то постоянно одни дубликаты попадаются. Я прям какая-то супер невезучий человек. Так, ладно, давай посмотрим, что тут нам попалось. О, кажется, мы
повезло! И я собрала новое логово, популярный гардероб, ковер! Фу, да я везунчик века! Да, конечно, надо бы поменять и ковер. Что там еще было? А, логово, логово. Так, логово тоже поменено и гардероб. А, гардероб тоже уже сделан. Он как будто бы у меня был. Это немножко странно, потому что мне кажется, что у меня все это было. Ну, ладненько. Анджела, ты что, выспалась? Кажется, да! Кажется, я выспалась. Просто я так пипи захотела. Только ты никому не говори. Ладно, поскакали скорее, поскакали. Да поскакали уже. Беги скорее, пипи, а то тут мало ли кто увидит. Пойду я ребята разбужу. Интересно, у меня есть вообще денежки? Где мне деньги? Где мои деньги? Ты чего такая грустная? Я прибиралась, а все спали. Это так обидно, когда ты делаешь дела, а все спят. Ну, действительно, обидно. Пойдем, я тебя угощу чем-нибудь. За твой труд, так сказать, за работу. Мне кажется, ты заслужила. Ну что, будешь вкусняшки? Не откажусь. Давай я сделаю тебе какой-нибудь крутой коктейльчик. Давайте возьмем суперфрукт. Суперфрукт и... А давайте сладкую вату. Мне кажется, Бекке должно понравиться. Потому что это вкусненько, сладенько и обалденно вкусненько. Ну, держи. Ням-ням-ням. Это очень вкусно. Бекка, кажется, тебе бы в зеркало посмотреться. Что-то пошло не так. Вы видели, ребята? Бекка стала единорожкой. Нет, почему у меня рог? Почему у меня рог? Откуда он взялся? Я что, единорожка теперь? Ну, видимо, да. Видимо, единорожка. Ну, прости, я не хотела вообще-то. Хотя мне очень даже нравится. Мне кажется, что я миленькая. Очень миленькая, конечно. Ребята, как это произошло? Непонятно, откуда у нее вообще рог этот взялся. Давайте посмотрим, а что будет, если Анжеле сделать такой же коктейльчик с сахарной ватой. Ну что, давайте сделаем точно такой же. Может быть, у нее тоже рог вырастет. Интересно, что произойдет, если давать одинаковые коктейли? Что будет? А вот и сладкая вата. Отличненько! Я вообще, кстати, люблю коктейльчики. Особенно молочный какой-нибудь, клубничный. Всякие вкусненькие, да. Пиши в комментариях, какой коктейль твой любимый, если ты их любишь, конечно. А я дам Анжеле ее коктейльчик. Ну что же будет? Тоже рожек! Это получается, если сделать такие коктейльчики единорожками, могут стать все. Посмотрите, как это мило! Котик-единорожек, я такого еще не видела. Ну что, ты хочешь посмотреть сюда? Ну посмотри. К тебе, кажется, кто-то идет. Ты что, спать захотела? Ты что, такая сонная муха? Это, посмотрите, какие они... Так, интересно, что она там увидела? И рог ей не мешается случаем? Мне кажется, вполне вероятно, что и мешается ей смотреть туда. Ты что, уселась? Ну что, уселась? Я вообще-то спать хочу. Может, ты меня положишь спать? А то ты мне уже рог сделала. Все сделала. Я бы теперь поспала немножечко. Ну ладно, давай ложись спать. Только рогом своим никого не стукни. Да уж не стукну, я раз и дрыхнуть. Я вижу, что ты раз и уснула. Да, сони, они такие. Так, а кто у нас еще? А вот же у нас еще работяга. Собирает урожай. Вот это я понимаю, рабочая собачка. Я пойду посмотрю. Так, интересно, у меня еще кто-нибудь готов что-нибудь делать? Я почему вечно все коты хотят спать? Спать или болеть, или спать, или есть. Больше ничего не бывает. Просто постоянно. Ладно, ну хорош там работать, давай вылазь уже. Ну вылазь, хватит, уж там все помидоры обгрыз, по-моему. Мне кажется, реально там уже под помидоры ничего не осталось. Ну вот, наконец-то. Ты что наделал? Посмотри, ты там все грядки сломал. Я вообще там меня не было. Это не я. Я не знаю, я просто помидорки собрал. И все, больше ничего.
Больше ничего говоришь? Грядка поломана. Грядка просто вся иссохлась, что ли? Ну, я не знаю. Я, может быть, полью ее в следующий раз. Дай мне поспать, пожалуйста. Ну, поспать да поспать. Иди уже спи. Кстати, ребят, вы заметили, что они сегодня все в каких-то интересных костюмах? А еще я хотела посмотреть, нет ли у нас новых достижений и звезд. И, кстати, наверное, надо было использовать тактику и прокачивать те свойства, которые нужны определенным героям. Точно, точно. Что-то я об этом сразу-то не додумалась. Ну ладно, не все сразу додумывается. Да, на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Кстати, пишите, если вы делали такие коктейльчики, у них тоже рога вырастали. Они тоже единорогами становились. Очень интересно, у всех так или только у меня? Все, ребят, всем пока-пока.